Более 70 лет прошло с образования атомной промышленности. Сегодня в этой отрасли работают более 300 тысяч человек по всей России. Они создают ядерный щит страны и осваивают новые технологии ядерной энергетики. День работника атомной промышленности для жителей нашего города имеет особое значение. ВНЕФ – это то предприятие, которое является лидером, которое задает траекторию, задает темп, на которое равняются другие. Равняются и в ядерно-оружейном комплексе, равняются в стране в целом. В честь Дня работника атомной промышленности в Музее ядерного оружия прошло награждение сотрудников градообразующего предприятия почетными грамотами и нагрудными знаками от госкорпорации «Росатом» и руководства РФЭЦ-ВНЕФ. А кто-то получил награды и от губернатора и Заксобрания Нижегородской области. И развитие научных школ, развитие образовательной составляющей, финансовая компонента в виде огромного количества вливаний в региональные бюджеты. Все это говорит о том, что ВНЕФ является важной частью Нижегородской области. Вячеславу Николаевичу Косенкову на торжественной церемонии вручили знак отличия за заслуги перед атомной отраслью третьей степени от госкорпорации. Но эту награду он не считает своим личным достижением. Если говорить правильно, это награда всего коллектива в моем лице. Вот. Коллектив, с которым я уже работаю более 30 лет, вот, я считаю, что он достоин такого начальника, а начальник достоин такого коллектива. Директора институтов, инженеры-конструкторы в Музее ядерного оружия собрались более 60 сотрудников градообразующего предприятия. И все они внесли свой вклад в обеспечение мирной жизни нашей страны. Мария Рунч, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.